Добрый день, ура, привет, Карманов здесь с вами опять. Мания и величия нет. Я должен сказать, что я вот начинаю сегодня такие эфиры, которые, в общем, наверное, никто и не делал, может быть, для меня. Это написание музыки в прямом эфире. Прямо здесь у вас, в Facebook. Потому что именно в Facebook нормальный звук. Я попробовал эфирить в YouTube, там звук хуже. Так вот, господа, значит, смотрим. Вот, например, как все и просили у меня, я показываю вам недра моей композиторской студии. И, значит, мы прямо сейчас с вами попробуем придумать некую, так сказать, работу, которую мне нужно сделать прямо вот сейчас. Смотрите, вот у нас есть документальный фильм про волшебных с Байкала людей, девушек. Это вот у меня здесь открыта программа Cubase или Cubase. Вот это у нас, значит, видео здесь. Я прям сюда положу, чтобы на большом экране удобнее было. И мною написано было еще в том году. Вот видите, вот дорожка зеленого цвета, вот она, я ее обозначаю. Вот это я наиграл в прошлом году с первого раза. Я все время делаю все теперь в режиме импровизации, стараюсь научиться импровизировать прямо как на диск качественно. Вот, и это так и было сделано тогда. Сейчас мне сказали, что это 7 минут, нужно 10. Нужно сделать 10 минут, и поэтому я сейчас включу и буду играть просто фортепиано, а потом наиграю еще и, может быть, эти шумы. Потому что я люблю под такие шумовые треки играть. А вообще это интересный проект, это некий фильм. Фильм-спектакль, наверное, можно сказать. Значит, который делается людьми из Иркутска. Это, значит, сейчас не буду пока говорить, но это скоро уже будет в эфире. Это, как вы понимаете, хореографический проект. Thank you.
Человечек, мне сказали. Это не очень человеческое. Что, неужели на флейте мне играть, чтобы очеловечить? Кто не верит, это я играю. Это вот там, видите, сейчас я вам покажу, дорожка идет. Я сегодня играл в прошлом году. Вот. Вот эта дорожка, вот она идет. Это я наиграл звуки, шумы, вот оно как выглядит, смотрите. Вот это, наверное, самое интересное для всех должно быть. Вот. Это идут как бы нотки, кто не видел никогда. Это прекрасное свойство. Видите, кончилась история. Значит, теперь надо доигрывать чего-то нормально. Не флейту, конечно. Так, сейчас я... Секунду, один секунд. Один. Вот. Ну, короче, а здесь у нас еще какая ситуация? Это 7 минут было, а надо сделать 10. Давайте я уменьшу видео. Пусть она маленькая тут крутится, у нас женщины красивые танцуют. Видите, вот она закончилась. Смотрим видео, понимаем, что нас надо здесь сделать.
Так, у нас, значит, закончилось все вот так. А и дорожка-то у нас какая? Допишем в прямом эфире. Смотрите, включая кнопку. Вот отсюда возьмем и доиграем все, что не попадя. Вот у нас пошла запись. Видите, красная кнопка есть. Запись, понимаете, в прямом эфире мы пишем музыку в режиме импровизации такой электронной. При этом, что не надо играть одно и то же, да, надо разное. Хороший звук этот ми. Не знаю, какой следующий. Хорошо. Кажется, пришло время нажать еще одну кнопку. Это хороший. Да, небольшая реприза не помешает. То есть мы вернулись случайно к ноте ля. Thank you.
концовку надо еще делать, ибо еще надо, я еще немножко буду посмотреть. Вот видите, идет у меня идет сессия, мы ее остановим, оп, есть дорожка, и потом я удалю ненужные ноты. Сейчас вот сохранить, конечно же. Байкал, Байкал фильм 2. Это был фрагмент хореографического спектакля незнакомой мне молодой труппы из города Иркутск. И, в общем, скоро, как я слышал, должны увидеть премьеру этого на экранах кинотеатра ОККО. Так что да. Так что да. И, в общем, сейчас я вам только что показал, как я работаю. Вот в прямом эфире я только что написал музыку. Найдите мне, кто еще так делает. И я пожму ему руку. Господа, не верьте никому, кто говорит, что я злой, что я нападаю на друзей. Нет, такого не было, все знают. Слава богу, я 20 лет уже в Москве концертирую, работаю с людьми. И пока еще, ну, есть, наверное, но очень небольшое количество людей, которым я что-то сделал плохое и подвел. Я вообще крайне миролюбив. Все, я закончил, извините, но я буду продолжать делать музыку, выкладывать и все такое. С днем рождения, друзья, и не только.